Закон, наверное, принять на это. А какой именно? Ну, по инвалидам, чтобы их принимали на работу. Если у человека, который может дать другому работу, у него вот тут вот не бьется, то ничего нельзя сделать. Потому что великий русский народ еще очень давно сказал, закон как дышло, куда повернул, туда и вышло. Поэтому я думаю, только вот это. Мне казалось, такой проблемы не существует. В общем-то, я такого не слышал, чтобы где-то препятствовали трудоустройству инвалидов. Но в первую очередь должна быть в них человечность по отношению к таким людям. Мы все живем под Богом. И с любым можно что-то случиться, и может человек на этой ситуации оказаться. Ну, я думаю, государство, наверное, должно принять какое-то постановление или какой-то указ. Закон принял.